Доброе утро, друзья! Всех с праздником Святой Троицы! Сегодня 16 июня 2019 года. И я приехал на праздничную службу в село Варваровка. И покажу сегодня вам, как выглядит Варваровка вот с высоты этого холма, на котором установлен этот замечательный храм святой великомученицы Варвары, к которому я сейчас подхожу. Время без пяти. Без пяти восемь. Сейчас начнется служба. Тут все красиво. С праздником! Господа казаки! С праздником! Здесь красиво, обилие роз. Это старый храм, который не успел построиться и состарится, как вырос новый храм. Вот такой величественный. А это я сейчас встретил казака Георгия. Он рассказал, что здесь вот на холме казаки выкосили траву. И сложили в копны. Вон там одна копна видна. И там вот где-то вторая копна. Все зелено, красиво. И жарко сегодня с утра. Вот служба закончилась. И мы стоим, ждем еще одного нашего казака. Это наш атаман и председатель совета стариков хуторской. Жаркий сегодня день, но в теньке, конечно, вот можно еще как-то находиться. Это... А, это шелковица, да? Да, это настоящая зеленая. Ну да. А вон там. Черная. О. Горенькая. Сочная. Вкусная. А? Сочная. Ну, все, сейчас мы едем.